Все лето на детских площадках Нефтеюганска будут работать вожатые центра молодежных инициатив. Это подростки, которые прошли обучение и составили свои программы. Теперь каждый день они организуют творческие конкурсы, квесты и игры на 7 городских площадках. За полмесяца дети уже настолько привыкли к вожатым, что стараются приходить на занятия пораньше, чтобы ничего не пропустить. К слову, проект «Команда нашего двора» существует в Нефтеюганске уже 10 лет. В этом году подростки будут работать на площадках все лето, ежедневно с 16 до 18 часов, но только при благоприятной погоде. Они очень рады, когда мы приходим. Некоторые дети нас уже запомнили и ждут нас, даже спрашивают наше расписание, и мы им, некоторым детям, дали его. В данный момент сейчас дети рисуют, за это они получают очки какие-то. И в дальнейшем будут выдаваться призы, кто часто посещает такие мероприятия.